Друзья, всем привет, я Любомир Борода, грядут новогодние праздники, и сейчас хочу показать вам просто вот такую вот идею. Это елочка как новогодняя игрушка из паракорда. Делается очень просто, даже показывать не буду, просто объясню. Это обычная кобра с обычного 550-го паракорда. Берете кусочек, складываете пополам. Доходите до определенного участка, сгибаете, наплетаете кобру. Вот, длина может быть разная. Как плести кобру, все из вас знают. Кто не знает, даю ссылку под видео, чтобы не повторяться. Все это сделать можно прямо на коленке, без всяких даже станков. Сделали основу. Цвет можно взять любой, это я себе. Можно коричневый, например, как ствол. Я сделал такой. А потом просто берете иглу для паракорда, желательно, конечно, с ней. Ну, либо, если нет иглы, то какой-нибудь гвоздик или спицу, чтобы можно было немножко разжать вот эти наши стежки. И начинаете просто отсюда по нарастающей заводить, делать петли. Вот, завели в одну, прошли здесь, как шнурки, знаете, завязывать. Здесь оставили чуть больше, потом провели сюда, оставили чуть больше, зацепили здесь, больше. Больше, тут еще больше, и так до самого конца. Здесь я оставил, как будто бы у нее ствол. И выглядит она вот так, можете поправить как угодно. Плюс, если хочется, можно взять, например, из оплетки вытащить жилы все нашего паракорда и вставить какую-то проволочку. Тогда можно будет проволочкой делать форму нашим веточкам. Собственно, все. Вот. И, соответственно, по такой же схеме можно сделать какую-нибудь бабочку, стрекозу. Все зависит от того, какие стежки вы здесь оставили. Вот. Также играть с цветами. Если это видео было для вас полезным, ставьте пальчик вверх. Если было не полезным, ставьте пальчик вниз. Ну и пишите, понравилось оно вам или нет. До новых встреч с новым, как говорится, годом.